Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Reflections on History. Эпизоды войны. Начало. Если завтра война, если враг нападет. О войне говорили много, но все равно случилось нежданно-негаданно. Жаркий летний день, воскресенье. Мирная жизнь идет своим чередом, по крайней мере, на страницах «Казахстанской правды». Вот передовица. Торжество сталинских идей, закончили сеноуборку, война в Китае, Европе, Африке, Азии. Но это где-то там, далеко. А у нас на четвертой странице. Раскопки гробницы Тимура и афиша. На днях на экраны республики выпускается новый звуковой художественный фильм. В школе закончились экзамены, можно отправиться с палатками в горы, съездить на озера, лето. Время надежд, любви, хлопот по дому. Еще никто ничего не знает. Все изменилось в 3 часа дня по алматинскому времени. Сегодня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Без тыла мы бы не победили. Они работали на победу. О другом даже речи не могло быть. Первый день, когда началась Великая Отечественная война, 22 июня 1941 года, то в областной военкомат уже поступило более 300 заявлений. Глава первая. Между миром и войной. Главный газетный рупор страны. Правда. 23 июня 1941 год. Речь Молотова, указ Президиума Верховного Совета о военном положении и заметки из казахстанской прессы. На защиту Родины, это Уральск, просим отправить на фронт, Семипалатинск, обращение медиков, готовы выполнить священный долг. Подписи профессора Сызганов, Вульпе, Стеблов. Закончили 10 классов, война началась. Как раз окончание школы. Мы собрались 3 подружки. И пошли во Фрунзенский райвоенкомат наш. Отсюда же я призывалась. Написали заявление, чтобы нас отправили на фронт. От девочек моих, подружек, сразу взяли, а мне сказали, иди к маме. Алматинке Наде было всего 16. Учеба в Ташкенте, пехота, фронтовая специальность повар и медсестра, ранение. Война для нее началась в Воронеже, закончилась в Берлине. Я маленькая ростиком была и худенькая. Ну, я пошла к командиру полка, комиссару, слезно попросила. Меня оставили. Да что ты, говорит капитан, такую красавицу отправлять домой. Пусть у нас будет. 22 июня объявлена мобилизация мужчин от 23 до 36 лет. Добровольцами шли записываться все. И школьники, и старики, и женщины. Казахстан на фронт отправил более 20 дивизий, бригад, батальонов, отдельных рот связи и так далее. На фронт ушли 1 200 000 человек. Вместе с тем нам необходимо учитывать, что к началу Великой Отечественной войны в рядах советской армии служили 275 тысяч человек. Каждый второй не вернулся домой на родину. Но первые военные дни в далеком от фронта Казахстане продолжали жить по мирному плану. Четких директив из центра не получено, и на заседаниях Казахстанского бюро ЦК в начале июля еще обсуждают развитие оперного театра и какую годовую норму утверждать отдельным колхозам. Вот именно вот такие вот радиорепродукторы были установлены в домах жителей нашего города, из которых они узнавали сводки с фронта. Все ждут речи Сталина, но он молчит. Сводки информбюро расплывчаты и приходят с опозданиями. В то время, когда где-нибудь в Павлодаре читали про бесстрашную оборону Львова, он уже был в руках фашистов.
О том, что происходит на фронте, информации мало, много слухов. Говорят, что захвачены приграничные города, Москва занята неприятелем, Сталин бежал или убит. Он выступил только 3 июля. Знаменитые «Братья и сестры». Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Глава 2. Война по графику. Это огромное пространство нужно успокоить как можно быстрее. Лучше, стреляя в каждого, кто даже косится на нас. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то без сомнения я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как черви. Как сейчас, да, говорят, вот если бы вот фашизм победил, немцы победили, там и Германия фашистская, да, и мы бы сейчас сидели на постсоветском пространстве и распивали баварское пиво бесплатно. Да ничего подобного. Тем людям, которые в тот момент добивались победы, даже на ум такое не могло прийти. Планы Гитлера были вполне определенными. На захваченных советских землях планировалось создать рейхскомиссариаты, населенные рабами. Из тех, конечно, кто останется в живых. Территории Казахстана включили в 5-й по счету – Гростуркестан. Возможно, часть завоеванного отошла бы союзникам Третьего рейха. Это были очень серьезные угрозы. Поэтому, конечно, гитлеровская Германия быстрее бы пришла в Казахстан, чем японцы. И в этом отношении угроза Казахстану со стороны гитлеровской агрессии существовала реально, а не только там гипотетически как-то неизвестно когда. Не будем забывать, что очень жестко защищая Сталинград и Кавказ, Советский Союз не имел возможности сосредотачивать большие усилия на Астраханском направлении, например. Война по расписанию. По крайней мере, в начале. С 9 утра до 6 вечера боевые действия, затем отдых. В таком режиме прошли пол Европы. Вот они шли 100 километров, допустим, 200 километров в день. И вот 6 часов вечера наступает, да? Они останавливаются, рабочий день кончился. Все танки ставят, все на отдых. Кто в баню, у них губные гармошки, кто танцевать где-то. Кэрри Абитович на фронте 42-го. Пулеметчик, минометчик. Оборона Сталинграда, Курская дуга, ранение. В апреле 44-го учеба во 2-й московской школе главного управления контрразведки, СМЕРШ. В 45-м перебросили в Будапешт. Войну закончил в Югославии. Наши ночью нападают им. И потом немцы удивляются, да что это беспорядок? Что-то мы, говорят, война сегодня кончится же. Чего же они, говорят, нападают? Это же банды, что ли? Вот видите как? А потом у них уже приказ командования немецким уже воевать никаких 6 часов нет. Воевать уже так же, как советская армия воюет. В первые дни, недели, месяцы советская армия в основном держалась на мужестве своих солдат. Вначале еще действовал приказ не поддаваться провокациям, не отвечать фашистам огнем. И цифры первых понесенных потерь ужасают. За 6 месяцев более 500 тысяч погибших, почти 1,5 миллиона раненых, около 4 миллионов захваченных в плен. По статистике, в немецком плену погибали 2 из 3 советских военнопленных. Осенью 41 года в лагере Ченштохов находилось 32 тысячи военнопленных тюркского происхождения. А к весне 42 года их осталось всего 262 человека. Вот какие потери. Глава 3. За кадрами хроники. Боевые эпизоды – герои Отечественной войны. Сокрушительный огонь советских артиллеристов, смертью храбрых, поединки в воздухе. Весь август газеты полны сообщениями о том, что советская авиация успешно бомбит Берлин. В это время фашисты уже стоят у стен Москвы. Мародерство было большое в Москве. Даже вывозили пианино. Из ЦУМа, из ГУМа вывозили пианино. Вывозили огромные мебель всевозможные. Вот кто-то
боялся, спасался, а кому-то вот это надо было. Казахстанка Лидия во время войны жила в Москве. В 41-м ей всего 12. Дежурство на улицах города тушили фугасные бомбы. Одна из них разорвалась. Осколочные ранения. После работала в госпитале сиделкой. Я пошла отовариваться по карточке. Там продавщица, которая, ну, обвешала или как, в общем, в очереди шум, и невозможно, что... И вдруг эта женщина, она уже лежит мертвая. Ее, значит, вытащили из-за прилавка и убили. Подобной кинохроники, конечно, нет. За кадры с убитыми детьми и женщинами, отступающими солдатами, советских операторов могли и расстрелять. Войска отходили, оставляя продовольствие, боеприпасы, боевую технику. Есть такая легенда. Гитлер говорит, я знал бы, что у Сталина столько танков, я, пожалуй, не начал бы войну. До катастрофического уровня снизилась оснащенность советской армии. Большая часть оружия и обмундирования была на складах у западных границ. Они уже захвачены. У нас 41-42 человека было, 12 винтовок, трехлинейки старого образца. Поэтому с винтовкой ходишь, как солдат, вот ходит вдоль эшелона, и все. Сменяет меня другой караульный. Я передаю винтовку, все, сам ухожу. Николай Васильевич на фронте 41-го. Воевал на Дальнем Востоке Тихоокеанский военно-морской флот. 99-я бригада торпедных катеров. В 41-м сопровождал эшелон с трофейным оружием и металлоломом. Бой идет, прорвется старшина с котлами, с пищей, накормит. Не пробьется, разбомбят его, значит, голодные. По 2-3 суток было. Где что схватишь, у кого как. Из фляжки там, мешочки, у кого-то в кармане кусок хлеба, вот такой вот. Из-за нехватки транспорта пехота совершала пешие марши по нескольку сотен километров. Подавленные, измученные. Шли медленно. Как только сделаем привал и присядем, то уж смотри в оба, половина людей тут же засыпает. Представить себе не можешь, какая жуткая картина. Люди спали кто где сел, что-то вроде мертвого муравейника. Я раньше знал, что голод превращает человека в зверя, но никогда не думал, что сон мертвит человека. Ужасающее было зрелище, хоть весь полк руками бери. Люди ни на что не реагировали. Усталые, они засыпали мгновенно. Отступали от Бреста вплоть до Москвы. Различные переходили различные болота, леса и так далее, отступали. У них не было ни пищи, у них не было ни оружия, ни патронов. Они в пешем порядке присоединились тоже к отступающим нашим воинским подразделениям. Военные заводы либо захвачены, либо уничтожены. В лучшем случае готовятся к эвакуации. За кусок металла была борьба. Металла уже не было. Потеряли многое что. Там Криворожье, все же было потеряно, уже немцы захватили. Эвакуацию маршал Жуков приравнивал к величайшим битвам Великой Отечественной. Свыше 200 предприятий отправили в Казахстан. Если бы в рекордно сжатые сроки не наладили работу передислоцированных заводов, победы могло и не быть. Тыл вообще работал сверх своих возможностей. Мы привыкли почему-то Казахстан все больше видеть его ведущую роль в Великой Отечественной, во Второй мировой войне, как арсенала фронта. Но это понятие арсенала фронта гораздо шире, нежели чем там изготовление оружия, или же боеприпасов, или же отправка продуктов и так далее. Нужна была и духовная пища, духовная подпорка для тех, кто воевал на фронте. Пусть и не сразу страна перешла на военные рельсы, но как только поезд запустили, его уже было не остановить. Эпилог. Силой духа. Наши сердца не стальные, но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь. Слова Бауржана Мамышулы. В первые дни войны не хватало многого. Лекарств, оружия, военных навыков, грамотного командования. Но была сила духа и единство. Именно в первые дни было положено начало Великой Победы.